Так громко и задорно встречали гостей выставки солисты образцового коллектива «Перекати-поле» Центральной школы искусств. Самый главный символ домашнего очага – самовар – пришел в наш быт еще в 19 веке. Он в доме занимал самое почетное место на кухне, как показали артисты Народного театра «Факел». А вот для Павла Башлыкова самовар – это не только раритет из прошлого столетия. Как-то раз он спас один экземпляр от сдачи в металлолом, а потом просто не смог остановиться. Сейчас в его коллекции более 200 экспонатов. В экспозиции участвуют лучшие. На выставке представлены не только самовары, но и их ближайшие родственники, так называемые кубганы, которые были произведены в 18 веке. Например, вот выполненный из меди или вот обычный металл 19 века. Еще один автор выставки – Андрей Наширбанов. Увлекся коллекционированием недавно, но уже успел, что называется, прикипеть к каждому экспонату. Ну, тут всего у меня три самовара представлены. Это граненая ваза, репа и такой вот более современный самоварчик. Ну, в гараже еще вот есть. Где-то около 25, наверное, точно есть. Самовары из Азии, Западной Европы – редкие, старинные, выполнены тульскими и уральскими мастерами. Или современные. У каждого экспоната своя богатая и интересная история. Познакомиться с ними и оценить их неповторимость ангарчане смогут до конца января. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время.